16 января. Показываем письма, которые пришли. Вот это письмо пришло из Украины от Хиленко Елизаветы. Лиза прислала вот такие смайлики деткам. И письмо. Письмо читать не будем. Спасибо тебе, Лиза. Так, следующее письмо от Чирковой Насти. Спасибо за ударение. Всегда буду говорить спасибо. Настя прислала очень много наклеек, оценочек. Настенька, спасибо, ты прям очень сильно угадала, потому что я каждый день, когда мы занимаемся, выставляю детям вот такие наклеечки. Они очень рады, они всегда просят: мама, поставь нам какую-нибудь наклеечку. Мама, поставь нам, что мы там заслужили. Смотрите, какие молодец. Так, держать. Класс. Вот здесь такие есть. Молодец, умница. Спасибо тебе, молодец, отлично. Они пойдут по делу. Очень нравятся. Вот такие наклеечки Настя нам прислала. Спасибо тебе, Настя. И там письмо. Значит, Анарущак Екатерина. Надеюсь, что правильно прочитала твое письмо. Тоже ударение поставлю, но мне немножко... Анарущак, скорее всего. Значит, вот такой рисунок прислала. Катя. И пустой... Ага, пустой, я еще удивилась. И письмо. Спасибо тебе. Так. Захаровой Анастасии. Письмо пришло Захаровой Анастасии. Анечке лайк. Ане лайк. Да, кстати, тоже ставьте лайки, если вам нравится видео. Разукрасочки. Анечке тоже. Это, я так поняла, письмо Ане пришло. Ой, какая лошадь. Смотрите, какая лошадь красивая. Вообще, ты очень здорово рисуешь, Настя. Здорово, мне понравилось. И письмо вот так красиво оформленное. Так. И последнее письмо. Здесь очень-очень-очень просто много наклеечек разных. Овощи разные. Ой, тут чего только нет. Фрукты, овощи, разные вишенки. Все это с резиночками вместе, хлебушек и так далее. Письмо пришло от одиноковой Яслины. Если я правильно прочитала твое имя. Такое необычное имя. Я... Ямины, нет, или Яслины. В общем, ты узнаешь свое письмо. Главное, что ты видишь, что оно дошло. И детям письмо. Тут сюда тоже наклеила. И сейчас посмотрим, письмо или рисунок. Это тоже письмо. А, это по именам. Имена разбирают. Паша, переживательный, аккуратный и так далее. Спасибо тебе большое. Спасибо вам за письма, которые вы нам присылаете. 18 января. Новый обзор писем, их всего три, но зато в этом письме вот целая галерея рисунков. Значит, от Ликановой Насти пришло много-много рисунков. Настенька, я так быстренько их покажу. Девочка. Вот такая. Красивый-красивый рисунок. Там иногда сзади подписи у нее. Значит, стрекоза очень красивая. Очень красивая стрекоза. Пчелка. Это пейзаж поляны. Сзади надпись «Пейзаж поляны». Так, это что у нас такое? Изо. Ай, прикольно так, кляксы. Видите, специально кляксы. Вообще здорово, сейчас ребятам покажу. Когда у вас будет рисование на парту, ставьте эту картину. Ха-ха, что, урок изо. Прикольно. Вот такое не очень доброе лицо. Кто это такое, не понимаю. Angry Birds. Ой, какой-то этот Angry слишком злой. Так, рецепты прислала она. Блокнотик вот такой красивый. Вырезалочки для Ани. И вот такой красивый еще один рисуночек. Лавы. Спасибо тебе большое, Настенька. Так, показали. Следующее письмо. Возьмем это. Ковалева Настя. Тоже Настя прислала. Вот такой конвертик она прислала. Прям подписала Ане, Саше, Паше и Тимофейке. Покажу. Вот такие там разные мелочи интересные. Вот такую книжечку самодельную прислала. Тут рисунки и все остальное. Так, и вот такой рисунок Настя прислала. Спасибо тебе большое. И последнее письмо у нас вот с таким ярким червячком вот этим. Байла. Пушистик Байла. Розовый, он новый полностью. Здесь в письме написано, что он полностью новый. Просто без упаковочки пришел в пакетике, потому что заказывала девочка партии их. И вот такой розовенький пришел Байл. Мы вообще такого не видели, скажите. Да. Такой вообще интересный, красивый. Значит, два чая пришло. Это гранатовый чай. Хейлис.
Мы не пили еще никогда такой. И вот такое письмо про червячка Байла. Его прислала Аленочка. Приморский край. Аленочка с Приморского края прислала. Мы вот тут сидит Пашенька в этот раз. Почему Пашенька здесь сидит? Что ты нам хотела рассказать по поводу червячка Байла? Там ты знаешь, какую подняли бурю того, что мы тебе запретили покупать его? А ну объясни на самом деле, что было. Я их потерял по своей глупости, деньги. Кого? Деньги, да? Потерял по своей глупости. Не в прямом смысле, а в переносном, да? Да. То есть ты был вынужден их отдать. Да. По своей глупости. Мы не будем углубляться в ситуацию, потому что кто-то поймет, кто-то не поймет, но Пашунечка из-за того, что детки сами решили себе купить эти игрушки за свои личные деньги, у них есть деньги свои, да, кто еще не знает, карман, на карманные расходы, и они вот увидели червячков и решили купить. И на самом деле, скажи, Анечка и Тёма хотели скинуться тебе, правильно? Да. Что они говорили? Давай мы купим, да? Да. Паша. Ну что мама сказала? Нет. Нет. Для чего я так сделала? Чтобы я понял, что нужно быть внимательным и запоминать. Правильно. Что, то есть, чтобы ты чему-то научился, да? То, из-за чего ты потерял финансы. Правильно? Да. То есть, у тебя брат и сестра хотели тебе сделать приятно. И что они сейчас делают? Что вы сейчас решили, когда пришло это письмо, и вы увидели этого червячка? У меня вопрос. Ты чему-то научился? Угу. Чему? Что нужно быть внимательным и нужно думать, прежде чем что-то делать. О, а еще такой вопрос. А ты на маму обижаешься, что я запретила тебе червячка купить? Mm-hmm. Вернее, не запретила, а запретила помочь Нет. тебе. Почему? Потому я ж такую каку сделала. Чтобы я понял. А как ты думаешь? У нас села батарея, да, внезапно. Да. Так это, чему... Чего я на маму не обижаюсь? Я ж так плохо с тобой вроде поступила. Все говорят, плохо, что за мама, чего она не любит? Как ты думаешь? Я думаю, чтобы я понял, что... А чего я так себя веду? Наверное, чтобы тебе назло сделать. Нет! А чего? Чтобы я понимал, что нужно думать, прежде чем делать. Все? Скажи, мы решили этот вопрос? Да. Надеюсь, подписчики поняли, что у нас ничего страшного не произошло. Хотя Паша очень сильно тогда расстроился, да, расстроился? Да. Да? Зато урок пошел да. на пользу. Правильно? Да. Вот так вот. И у нас никакой обиды нету. Правильно, сына? Да. И сейчас Анечка возьмет себе этого Байла. И у Пашуньки... Да, а у Пашуньки появился теперь свой Байла. Надеюсь, что ты понял урок. И впредь будешь внимательным. Все. Я тебе подарю теперь у Паши свой Байла, а у Анечки розовенький да. свой Байла. А да, он такой пушистый. Мы, кстати, хотели сделать обзор. Что, а ты свой даришь? А я свой Саше дарю, мама сказала. Тебе неинтересно им играться, да? Да, я его сломал. Вот. И вот порвался. И еще я не умею пользоваться. Не умеешь? А, не из-за этого я потому что им пользоваться не умею. А, потому что ты пользоваться не умеешь, да? Да. Ну, он сразу его отложил, говорит, а мне неинтересно, говорит, я не умею им пользоваться. Да, буквально сразу после первых дней же. Да, все, это тебе. Ай, скажи, все хотели есть Байла, кто надо. Слушайте, побежал, побежал, побежал. Слышите, какой счастливый. Смешно какой. Да. Я хотела сделать обзор этого Байла, но я так поняла, что все прекрасно о нем и сами и так знают. Это червячок, который на леске одевается, леска за пояс цепляется и делается видимость, что он ползает сам, да? Да. Поэтому тут нечего обзора делать его, их этих обзоров очень много да. в интернете, поэтому у нас намного есть более важные ролики, которые нужно Думаю, снимать. Думаю, что я с пушистиком Байла приготовлю какие-то трюки для представления. Ну, приготовишь, хорошо. Да. Потом синим наловчился. Ой, я бегу. Чуть-чуть далековато, наверное, ты сделал все-таки. А, нет, нормально. Я.